это местные, либо региональные отделения. У нас в уставе прописано, ну, главная цель это содействие этнокультурному единству, а это что, тут открываем скобки, что это означает? Это означает содействие сохранению родного, в нашем случае, государственного языка, единение базины устазов действия к единению, культурному. Если проигрывать ситуацию, эффект запоминания улучшения будет гораздо лучше. Даже вот монополия и все остальные игры, их можно преобразовать в образовательный формат. И чтобы студенты, приходя в этот центр, они проигрывали там упражнения на конфликт, создание там атмосферы, какие-то экономические моменты. Будет очень интересно, особенно в студенческой среде. Вот вы сказали насчет того, что молодежи негде высказываться. Сегодня мы провели опрос вот среди нашего курса по поводу того, как бы они хотели видеть форму проведения встречи. И почти все говорили о том, чтобы велся диалог. Вот задавали вопросы или давали высказываться. То есть сегодня вот много раз я услышала, лично я сама. Это встреча была? Да, вот я спрашивала, как бы вы хотели увидеть встречу, чтобы вас заинтересовало. И многие затрагивали тот момент, когда молодежь тоже хочет что-то сказать или задать вопрос, или где-то поспорить, предложить свои идеи. Есть формат того, как мы это делаем в АКИ. Можно пообсуждать и создать несколько площадок, потому что в университете больше 2000 студентов. Супер. Поэтому нужно учитывать интересы и мнения всех.